В 1238 году под стены Рязани подошло войско хана Батыя. 16 января 1238 года города не стало. Для того, чтобы отомстить врагу, вдогонку этой рати вышел отряд боярина Черниговского и Евпатия Коловрата числом 1000 мечей. В течение 3 суток сражался против этой огромной рати. Осталось живых всего 5 русских воинов, которым хан Батый приказал похоронить тело Евпатия Коловрата со всеми воинскими почестями. Мы знаем об этом подвиге не только благодаря сказанию повести о разорении земли Рязанской, но и благодаря сокровенному сказанию монголов. Два полярных источника, которые практически одинаково описывают эти события. Песня, которую мы сейчас поем, называется «Коловрат». Займется царем вражей стан.